1974 году в Советском Союзе появилась мода отказываться от премии. Сначала отказалась бригада, которой руководил актер Евгений Леонов, а вслед за ним и весь строительный трест. Советские люди стали образованными и даже научились считать деньги. А когда посчитали, оказалось, что хорошая зарплата – это лучше, чем какая-то премия, которую могут дать, а могут и не дать. Но руководство Треста, у кого и без того зарплата была хорошая, не хотело отказываться от премии, а премия была общая, одна на всех. Но считать умела только бригада бунтарей Евгения Леонова и одна сотрудница планового отдела. Они бы еще долго спорили, но вмешался парторг Треста, которого изображал из себя Янковский. И от премии отказался весь Трест. Но зарплату за простое им так и не вернули. А от премии они уже отказались. Про зарплату хотели снять вторую серию, но сняли только премию. Так что Трест остался без зарплаты.